Девочки, еще раз показываю, как сделать цветочек. Из журнальных вырезок самые красивые выбираете. Бумажечки из них мы сейчас будем с вами творить. Смотрите, вот такие бумажки вы режете, квадратики по на убывание. Самого маленького начинаю. Маленький побольше, еще побольше. Штук 5 надо. И каждый квадратик складываете так, как вы складываете, когда вырезаете снежиночку. Два раза пополам. И вот на такой конус выводите первый, дальше следующий поочередно, второй, плюс третий, ну и так далее, четвертый, пятый, четвертый, ой, убежал, и пятый. Если попадается текст, тоже неплохо, не обязательно чистые листики, как у меня. И теперь, смотрите, берете самый-самый маленький конус. Где он у меня? Вот. И срезаете. Вот такую дугу вырезаете. Следующий, чуть побольше. Вырезаете, складываете вместе и вырезаете дугу побольше. Еще один. Этот маленький можно убрать, чтобы не мешался. Вырезаете еще больше дугу. На миллиметра 3. Достаточно, больше не надо. 2-3 даже миллиметра. Так. И последний вырезаем еще больше. Все. Лишнее убираем. Каждый раскрываем. И теперь мелко-мелко крошите. Но если вы будете крошить, надо крошить к центру, к конусу. Смотрите. Большой-маленький. Если вы все будете большие делать, они у вас будут отваливаться. А вы крошите поочередно. Маленький-большой. Такой вот разрезик. Чем чаще будете крошить, тем будут они у вас красивее. Ну, вот тут кончик можно перевернуть на ту сторону. И таким образом крошите все-все конусы. Вырезаю, выкрою. После того, как вы накрошили вот эти вот юбочки, срезаем верхушечку. У каждого конуса срезаем вершинку небольшую, для того, чтобы потом ее можно было нанизывать на ватную палочку. И раскрываем каждый. Большой, поменьше. Так, ну, выключай дальше. Раскрываем. Долго я раскрываю. Ватная палочка, заранее прокрашенная краской акриловой, я крашу. И ее сейчас кончик основания ПВА промазываем. И вот так чуть-чуть собираем этот цветочек. Смотрите, вот так, чтобы он прилипал. Палочки к этой кладке. Следующий рядочек. Раз. Кончик основания промазываем термоклеем и поочередно нанизываем вот эти наши кружочки, лепесточки в порядке возрастания. Следующий, все время формируя его такой вот немножечко бутоном. Ну и последний. Я сделала крупный цветочек, чтобы вам было хорошо видно, но чем они мельче, тем они смотрятся милее. Хотя тоже очень хорошенький получился. Вот такая прелесть получается. Потом срезаем, конечно, вот эту штучку, остатки палочки. И вот такие вот милейшие цветочки у нас получаются. Смотрите, какая прелесть. Любые открытки, любые панно можно с ними придумывать.